Вот она, погода на 1 мая. Класс! Очень тепло сейчас. Сейчас плюс 12 показывает. Одно время здесь было очень клевое поле с игровой площадкой. Вот такая жопа. Вот такая жопа. Ну, его намазал на хлебушек. Вообще норм. На член себе намазал. Какой друг это брать? Коронавирусный. Вообще норм. Без глютена главное берет. Так, сегодня второй день похода. У нас новая карта с двумя QR-кодами. Мы ночевали, кстати, в лесу. Это было 33 марта. 800 рублей карта получилась. По карте пятерочка. И сегодня новые поиски сокровищ. Я прошел 2 километра, сжег калории, поэтому их обязательно нужно компенсировать. Давай, отметим. Да. Никогда еще человек с запахом спирта не вызывал столько доверия. Да. О, что-то пришло. Говорит, упражнение «Кольцо закрыто». Отлично, ёпта. Ну, а пока мы идем, можно рассказать небольшое закулисье, как мы снимали клипец. По монтажу, по курсу. Около 2 часов на съемку. Да, Андрей? Сценарий где-то 2 года. Писали. Да. Как курица лапой. Но... Мы переписывали, согласовывали там. На одной локации, можно сказать, просто разные эпизоды, а потом миксовали все это между собой. Чтобы было похоже, как будто это все делалось в разное время, в разных местах. Снималось, кстати, все на GoPro. Вот, собственно, вот эту камеру, на которой я сейчас пишу. Единственная картинка была немножечко другая. Там был отключен фильтр. В общем, как фишай все это дело работало. С закругленными березами, а не как сейчас. Вот, и все. И потом все это дело монтировалось в тот же вечер, покрасилось. Ролик, конечно, получился просто потрясающий. О, смотрите, таинственные знаки. Мне кажется, мы на верном пути. Сегодня будет, я чувствую, много видео бесполезного и скучного. О, хорошо-то как. Главное, что эти чуваки на пердящих мопедах не прокатывают по пешеходным дорожкам. Не разбивай их, так сказать. Привет! Как дела твои? Что делаешь? Следующий экземпляр. Опа, чайничек! Уже не очень довольный, потому что, видимо, он тусуется в поле. Но мы его, конечно же, тоже сфотографируем. Когда-нибудь здесь будут небоскребы. О, прикольно, мох. Ух ты. А как пройти нам этот шлагбаум? Кожано. Кожу сдавать надо. Тут-ту-ту. Путинская дача, а также путинский памятник. На самом деле, я не понимаю людей, которые делают дома с маленькими окнами. Лучше, блин, окна в пол, чтобы с писюном ходить. Ну, такие прям ходишь. Это моя дача, бля, могу себе позволить. Кофе еще налил в себя такой, и нормально. Вышел на дерево, вот на это красивое смотришь, и все, и жизнь налаживается. О, чем вам не Карелия, а, ребята? Вот это я понимаю. Нам необходимо обойти это препятствие. Сейчас мы будем... Так, Сонь, мы готовы тебе помочь. На счет 3, Андрюх, отпускаем. Так, а мы что, будем друг друга держать? Да, друг друг, голландский штурвал, бля. Кто не знает, что это такое, погуглите. О, вот это красота. Ништяк, плод. У меня огромное желание это сделать. Вот что мне удалось. Иди нахуй. Ступить на него все-таки. Плавучесть достигнута. Ну-ка, давай сюда камеру. О, босс рад. Все, давайте проверим плавучесть 2 человек. Так, так, так. Черевички-то не замочил. Блин, ну мне нравится здесь. О, помогите. Давайте проведем все-таки эксперимент. Что у нас под водой? Слава богу, у меня ботинки не промокли. Блин, красота прям, пипец. Вот здесь разжечь и все. О, еще один плод, давайте его затестим. Мы нашли, как пускали. Что-то жарковато, блин.
цивилизация. О, вот это да, красота. Блин, очень красиво, прям очень красиво. И короче, самое прикольное — это вот такая глубина. То есть вот берег идет, 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 и потом до свидания. Корона! Фу-шу! Отлично! Блять, как красиво! Ёп! Вот так все, все и заканчивается. Это очень прекрасное место. Чип-чипы, Дейл. Баный в рот. Лучше всех. Те, кто с нами ест. Чипы, Дейл. Друзей. Иногда пауэрбанк помогает с фонарем. Дойди до дома, попробуй. Птички поют, что прям блевотины. На джинсы и блевать, я люблю блевать. Блевать на машину. У-у. Я люблю фоткать фонари. У-у-у. Так, Андрей. Хоть нихера не видно. Такой, знаешь, первый вопрос. Че? А как мы шли такой? Так, теперь надо назад добраться. Самое интересное. Да. Это интересный опыт. Квест. Че? Нихера не видно. Так, снимем еще одну рожу. А где прямо? Ага. Не, мы правее шли. Дишь, блядь. Сейчас правее повернем просто. Ежик. Говно, блядь, иголка. Пойдем. О, нихуя. Бронхик, Сингер, Линхими. О, спасибо. И что, куда идти? Прямо. Пидорасина. Бежи до магазина. Итак, новый день. После нашего похода совсем забыл в конце подвести, как говорится, небольшие итоги. Прошли мы, я, наверное, ставлю сбоку вот эту видюшку.
экрана с телефона, сколько мы прошли. Чуть-чуть не хватило нам 20 тысяч шагов и 150 этажей, 150 пролетов мы прошли. То есть не обязательно, что мы поднимались вверх вообще в общей сложности. И, честно говоря, я пересматриваю фотографии, не знаю, как там по видео все будет. Вот эта ночная съемка, вся эта фигня. Для меня, на самом деле, немного дико была сама ситуация, что мы перлись в итоге кромешной ночью по лесу, теряя вообще дорожку какую-либо, можно сказать, просто на ощупь. Надеюсь, по материалу будет что показать вам. Поэтому я надеюсь, вы оцените труд и прожмете лайк. И напишите в комментариях, заходит ли вам такой контент. Канал, можно сказать, больше к технотематике относится, к видеосъемке. И не знаю, зайдет ли такой алко-влог, но мне кажется, это прикольно, потому что лайфстайл — это всегда здорово. Так что